Иду к Измайлово. Сегодня солнечно, но морозно. В общем, мороз со солнцем. День чудесный. Бегу. Посмотрим, найду ли я что-нибудь сегодня. Ставим ставочки, господа. Что-нибудь интересное. Ой, какую вчера я вещь нашел. Вот это да. Вот это я под впечатлением. Ух, там сколько людей. Что там так прям много. Значит, все активненько на рынке. Да, сегодня здесь супер активно. Ну, выходной день. Прощенное воскресенье. Прошу у всех прощения. И прощаю. Поздравляю всех. Еще раз с весной. Давайте, идем дальше. Вижу, здесь троица Шипокляк, Чебурашка и Гена. 1500. Ну, Шипокляк, наверное, все-таки интереснее персонаж. Контрастная очень, как и костюм ее. Классная. Ну, Чебура, вербилки, кстати. Получается по 500 рублей вербилки. Ну, то есть 1500 в месяц. Гена добрый, конечно. Рога обломали. Тебе очень понравится. Я их сюда не... Федя сделал брезент. Такая пряжка. Прочитаем, что тут написано. Потом. Ага. Здесь. Угу. А вот такого товарища мы с вами еще не встречали. Немного такой оголтелый. Что? Где? Почем? Это там вот сейчас концерт. Вот я шел при входе. Там, оказывается, какой-то концерт. 300 рублей стоит. Не знаю, что там за концерт. И там по две стороны очередь стоит. Так вот он, этот паренек, и говорит, что, где, почем? И там очередь стоит, видимо, к сцене или куда, я не знаю, что там, не стал вникать, мне это не нужно, мне концертов хватает. Ну, пока я ничего не приобрел, ручничок, мне понравилось, 300 рублей недорого, но не стал брать. Хочется, если брать, то более что-то существеннее. Подскажите цену. 600 рублей имели. Как мы с вами видели, там Петрушка или кто был? За сколько? За 4, что ли, тысяч? 600 рублей нормальная цена. Еще и поторговаться можно. И даже еще свистит. А флакончик? 500. Пузырьков здесь. Отряды стоят на любой вкус. Все это, я так предполагаю, из земель нарыто. Вот этот графинчик интересный, красивый. А графинчик в какую цену? Графинчик в какую цену, вон тот? Графинчик. 500. Ну, нормально. Ну, вот такого мы с вами еще не встречали, футболиста. Покоцанный, но на воротах. Ответственный парнишка. Волосы, наверное, как у меня. Только вот так чуть-чуть подправить. Мурзик, смотрите, какой. Прифронтился, при манте, при бабочке. Рыжик. Чижик. Ох, какую блузочку вижу. Сейчас мы подойдем к ней. Посмотрим. Судя по пуговичкам, она старенькая. Угу, интересная. Шелковая. С баской. Сейчас спросим цену. Так, это 200 рублей. Рядом висит. Значит, это рублей 200-300, наверное. Сейчас спрошу цену. Здесь малыши легли спать. Так им уютно, так им тепло. А здесь вижу двух сестричек из свадьбы Бальсамина.
напоминает, да? Женитьба Бальсамидова, вернее. Вот это очень похоже. Ну, по манеру одежд, по характеру и даже по лицам читается. Очень похоже. Роспись. Какую цену они у вас? Здравствуйте. Какую цену они у вас? По 500. А мишка? Ну, я имею в виду, если вы смотрите, попросите, чтобы там роспись. Мишка 2000. О, а вот это в какую? Полторы. Шикарно. Запоночки. Ой, какие красивые здесь. Вот эти две. Маленькие. 2000 такая. Пятьдесят на 50 примерно. Это 500. 500. Угу. А это? Это песчанка. Mm-hmm. И вот это песчанка. Помоги, хочу не помочь. Запись у меня идет, а я хожу, телефон в кармане. Смотрите, какой столик здесь красивый. У меня типа такого есть дома. Но без рисунка. Ой, что-то все шевелится. И два вазона таких. Один меньше, другой выше. Красиво. Яркие такие. Русский клуазоны, да? Ой, не клуазон, а этот, как его? Китайский стиль-то. Ну, вы поняли. Шновазри русский. Классный. В какую цену комплект? Он только сейчас отошел. Вот он кому-то говорит, что... Забрал льняную сейчас полосочку. Сейчас я покажу, вам пакетик может быть, этот самый маленький. Ну, я могу в сумку просто... есть куда положить? В сумку просто уберу, да и все. В общем, за 600 хотела, за 300 торговался. Понравилась коробочка. 100 рублей она у нее стоит. Давайте. Давайте уберем. Пакетик. Красоту. Нужно вам показать аллею живописи. Вся в лучах солнца. Красиво, конечно. Девушка какая. Цветы обожаю. Вот этот мальчик хороший. С собачками. Как хорошо он тут стал, вот этот вот товарищ. Все солнцем освещено. Сейчас вот к этим подойдем. Ой, вот эти мне две нравятся. Благородные дамы и кавалеры. Платье в полоску из лент. Здесь какая шаль у нее красивая с кистями. Кистями. Зеленый цвет, золото, да? Красиво. По-королевски, как мы любим. Ленты в волосах, у него веер в руках. Дамский угодник. Красиво. Ну-ка, сейчас мы к котику подойдем. Котик-ключник. Какой классный. Так, 800 рублей вот этот вот нежнейший. Это тоже вот интересный. Из шелковых лент. Тоже 800 хотят. А вот блузочку за 500, но в итоге за 400 она согласна. Вернее, сама она предложила. Тончайшая. Конюшка. Тут еще какие-то кружавчики вижу. Тоже воротнички. А там вот детские. А, детские. Батистка. Ага. Они такие, пополовину. Угу. Так, вот
мне что понравилось. Это тоже ничего. Ну, это простенький. Так, думаю, что блузочку надо взять. 200 рублей. Интересное такое. Работа такая хорошая. Угу. Слав, за меня нет 500 рублей. Назовем так архитектура. Интересно. Этого украшения. Вообще вчера спустил. Все стольники. Сейчас стоит поднять голову для того, чтобы увидеть, что здесь вот еще и все в плакатах. Сентябрь. Что тут еще? Дети счастья земли. Ну, в общем, слава великому октябрю, 1917 год. 27 октября, что там с Кремлем. В общем, они и дальше, вон их там много. Не обращал внимания. Барыня. Производитель Россия. Хорошенькая. Чистенькая. Ну, в смысле в том, что сохранность хорошая. 56-й год. 750 хотят. Толстой. Все целенькое, но все без котенка. Зипковато, замерзли уже ножки. Вроде бы как не так уж прям холодно, но вот долгое нахождение дает о себе знать. Так, я в прошлый раз кружев набрал, и в этот раз тоже. Ну, посмотрю, может быть, что-то еще найду. Прям топового ничего такого. Но блузочку неплохую взял. В общем, я почти все прошел уже. Целый чемодан каракулевых и норковых шапок. Еще и здесь. Бери недорого. Спасибо. Еще и в сумках еще. Здесь целый чемодан винтажных пуговиц. Очень модно пуговицы и кружева класть в этот прозрачный такой колбу. Красиво выглядит, когда стиль шебеши собирают. Одна из королев нашла меня ВКонтакте, говорит: Ваня, есть вот такой поросеночек, если нужно, я вам его отдам для показов, чтобы малышек в руках были. Я говорю: да, такой нужен. Вот она отправила, скоро посылка придет. Очень рада, что увиделись. Да, очень приятно. Говорят, что я мимо прошел, не виделись. Я говорю: нет, виделись, я был в прошлые выходные. Здесь вот тоже встретил вот такого малыша. Ой, ножки разбиты, жалко, тоже ходил, видимо, механически. Да, ну хорошенький. Выражение лица такое забавное, интересное. И модели у вас такие интересные, необычные. И показы. А модели какие? Они настолько, вот как вы их называете, королевами. Ну да. Вот они у вас такие есть. Они такие статные, такие какие-то, но очень интересные. И сами по себе мне нравится, вот как в туре вы проводили съемку тоже. Ну да. Но они же, я их когда одеваю, они же вникают, видят себя, да. Их же не видит никто, какими они пришли, а какими они стали уже в итоге. Это две разных картинки. И поэтому, конечно, они воспаряют, так да, назовем. Да, да, да. Они одухотворенные. Да, очень. Да, да. Ага. Даже вот с вами в этом в красивом в этом образе, как-то даже, может быть, как с другой эпохи некоторые. Вот не современная, да, а да, как да. С другой эпохи. Какая цена вот этого перстенечка? 500 рублей. 500, ага. Это идет бронза, по-моему, бронзовая. А мальчик, кстати, почем?
мальчик. Я не знаю, сколько, 300 рублей. 300, да? Ага, хорошенький. В клеточке. Так что я вас... А мы проходим, мы вас, бывает, видим здесь. Ну, просто вы заняты съемками, и не хочется лишний раз вас, так сказать, ну, отвлекать. Так что вот знаете, что вас многие знают и прямо, ну, с удовольствием смотрят. Спасибо вам. У моей мамы такая же есть, но только зеленая до сих пор стоит. Там немножко они были, да, здесь была зеленая. Но не играет или ее же заводить просто нужно, да? Играет. Она это не рабочая. Не рабочая. А так она музыкальная, да. Она просто не в таком состоянии. Да. Хотите посмотреть? Да. Посмотрите. Где ты, Люба? Иди сюда. А, вот он тут должен лежать. А, вот они все здесь. Все семейство. Что, ты собираешься, что ли? Нет. Давид. Со всеми своими прелестями стоит. Сколько вы просили-то? Красивая заколочка. Какую она у вас цену? Блин, а сколько она? Вот на 500 такая-то. Нет, вы сколько просили-то тогда? 1000 рублей. А? 1000 рублей. 200, говорю. Нет. Честное слово. Она вот тут и села. Перламутр роскошный. А такая? Перламутр 400 рублей. У меня договорные цены. Там чуть-чуть можно подвинуться. Ну как, премиум. Везде премиум. Ой, это я не знаю, что это такое. Куда это? Подскажите, королева, что это такое? А, это стоит вот так вот, да, стоять должно. Понятно, разобрались. Разбитая висюлька. Не знаю, сегодня успею или не успею, но вот хочу еще заглянуть. Парк культуры, что там сегодня, тоже проходит выставка антикварная. Танюшка должна там стоять, но она сегодня что-то приболела, температура у нее. И, наверное, завтра только будет. Ух ты, какая роскошь. Вот это да. Прелесть. Колокола вовсю бьют. Здесь много-много красивого всего. По-моему, вот это я снимал как-то. Кроетик. Вот эти две вазы красивые, голубенькие. А я хочу узнать, какую цену этот веер у них. Подскажите цену. 2000 веер. Две. Роскошно. За полторы можно отдать, а то он 5000 веер. По-моему, Элла такой же мне приготовила по ссылочке. Надеюсь, все наладится. И там, потому что еще люди приготовили по ссылке, но пока не могут отправить. Да. Будем ждать лучших времен. Янтаря. Много-много. Заколки из бересты. Сколько стоит набор? Те часики так и стоят. Помните, да, снимал я их? В прошлый раз видел их, и вот снова стоят завалы книг на все тематики. Чего здесь только нету. Ну, люди роются, ищут. Россия, Франция. Век просвещения.